130 килограммов. А приглашается Мурашов Нил Бизнес. Нет. А приглашается Цуканов Александр. Заразик. Заразик плюс 105. Идут постоянно с результатами. Цуканов Александр. Заразик. Живой-живой не готовится к весу 130 килограммов. А пока ассистенты устанавливают штангу. Живой-живой, второй подход. Продолжение следует...
Петросянка, то вместо Петросянка, подольск. Thank you.
лет, 138 килограммов. Приглашайте Максов Нил, видно. Подход неудачный. 140 на старт, ассистенты. На 140 готовится Киваев Григорий, видно. Выступает категории до 105 килограммов. Установлен. Киваев Григорий. А ты что будешь? Первый подход. Ну и это. Может, он устал. Без защиты. 140 на штанге. А готовится Елена Павловна. Елена Павловна. 140 грамм на штанге. Хорошая встреча у тебя. Мне кажется, повышенная. Усыхлеет. Кто 40 на штанге, а готовится 50 грамм, поступающий до 150 килограмм. Второй подход. Я не знаю, конечно, я не знаю.
удачных. Кто свой наставник, который Чухан Александр. Давай. Плюс тебе. Кто свой наставник, Чухан Александр. Thank you.
Наконец зашибем. На станции 145. А готовится Янтарь Павел Ступина. Надоедет. Лизаров Павел. Thank you.
мера защиты. На танке 50. А готовится к руку возьмем. Видно, плюс 5 поедет спортсмен. Извиняюсь. 150 на танке, а готовится Диваров Григорий. Точнее, уже он вызван. Диваров Григорий. Подходим дальше. На станции 150. Готовится ключевой Роман Ступина. Вступающий тоже в этом время 45 горей. У них сейчас идет борьба очень. 5 человек. Как они будут разбираться, посмотрим. 150 на станции. Ключевой Роман Ступина. Второй подход. Thank you.
подход удачный. 151 килограмм на штангу ассистенты. Это уже готовится Семенов Станислав. Подольше. Вес установлен. Семенов Станислав. Второй подход. И готовится Станислав к весу 52 килограмма. На России его не допустят, он потеряет. 152 устанавливается для Станислава Семенова. Ассистента 155 на штангу. Готовится Кулаков Артем, видно. Поступающий 155. Кулаков Артем. Если залагает штангу весом 155 килограмм, он набирает 290 и уходит временно на первое место. Вес готов. Самый тяжелый спортсмен наших соревнований. Кулаков Артем Питный. Толкает, но становится лидером. Новый лидер в втором тяжелом весе. На старте 55 готовится Мартин Никита. Толкает Никита этот вес, выходит на второе место. Мартин Никита. Набирает 285, пока на втором месте. На штанге 155 килограммов. Готовится Туркин Юрий Ногинск. Поступающий на 105 килограмм. Туркин Юрий. Второй подход.
Толста. Покороче. Подход неудачный. На штанге 155 килограммов. Готовится Тишинский Артем. Любимцы. Если Артем толкает на смеску, он против свое лидерство весит до 105 килограммов. Тишинский Артем оказался. А на штанге 155. И готовится выйти на помост к ключе Барамакон и приглашается на помост. Толкайте тебе, пусть он все лидером до 105 килограммов. Набирает 287 килограммов, выходит в режиме у кратчайшей позиции. 155 килограмм на штанге, а готовится Ульянов Никита на Генте. Ульянов Никита. Неудачный закончил 155 подъездов на штанге, а готовится Туркин Юрий за Генца, выступает до 105 килограммов. Туркин Юрий, заключительный подход. Держи, держи, держи. Встал ноги. Вес защита. Набирает 280 килограммов. И пока третий. На 150 килограммов. 156. 156 на штангу. Такой вес оказался Семен Станислав из Подольска. Выступающий плюс 105. Вес готов. Семену Станиславу. Thank you.
пришел, не спеши. Подход неудачный. А к нему 157 готовится Борисов Илья из Зарайска. Он самый легкий до 105 килограммов. Толкает 157. Выходит на второе место. Борисов Илья. Выходит на второе место Илья Борисов. Но борьба продолжается. Тишинский Артем из Люберец имеет подход на 37 килограммов. Разум потяжелее, весит 98. Тишинский Артем. Заключительный подход. Толкает, выходит на первое место. Thank you.
где набирает 290 и пока вторая. 162 на штангу ассистенты. Как момент заказался Борис Илья из Зарайска. Самый легкий спортсмен за 5 килограммов. Если он толкает вес 162 килограмма, то Илья Борисович чемпионом за 105 килограммов. Берет 287 и по весу выиграет у Кучева Романа. Борис Илья.
Во втором тяжелом кресле. Или заказывают, или не заказывают. Ждем. Пока на станции строится один. 2 минуты для подготовки. Ассистенты, 185 на станку. Нужно же сегодня поднять 185. Пытались ребят сегодня поднять 187. Были близки, но не подняли. Это же самый тяжелый станка наших соревнований. 185 килограмм. На станке 185. И в Вину пошла. Ассистенту 190 на штангу. Вес установлен. 2 медёзны. На станке пока 191. Ассистенты, 200 килограмм на штангу. 200 килограмм. Например, вам тяжело, но держите. И время пошло.
А что там 210 килограмм? Сколько раз поднималась вес среди 200 килограмм и больше? Лучший толчок у него 216 килограммов. Вы видите на впереди, он как раз толкал у тебя 216 килограмм. А лучше он брал 217, но чуть-чуть не хватило духу. Финала чемпионата России и Кубка России. Постоянно рядом с пьедесталом. Да, и вот доставили бронзовый дом на Кубке. Стал четыре вратами. Сергей Валуев. Чемпионата Московской области среди мужчин 2015 года, посвященного памяти судьи международной категории Михаила Аптекаря. В весовых категориях 105 и свыше 105 килограмм. Весовая категория 105 килограмм. Третье место с суммой в выборе 280 килограмм. Утешинского Артема, город Миховцы, награждается медалью грамотой Министерства спорта Московской области и памятным призом турнира. Награждение производит заместитель директора СДЮШОР Московской области по тяжелой атлетике, судья республиканской категории Виктор Сулоев, город Люберцы. Второе место и сумма 287. У Кучева Романа Ступина, в упорной борьбе, уступив лишь только по собственному весу. Чуть тяжелее оказался своего соперника. Очень упорная борьба, красивая была. И чемпионом Московской области 2015 года весовой категории 105 килограмм становится Борисов Илья Зарайс. Такой же суммой 287. Получаешь помимо грамоты медали кубка и булочку, пожалуйста, на память логотипа Федерации приз победителя. Также награждаем его тренера за подготовку чемпиона. Бегулина Владимира Сергеевича, прошу получить грамоту. Спасибо. Самая престижная, супертяжелая весовая категория, свыше 105 килограмм. И в этом своей категории третье место. Суммой 290 у Мартынова Никиты Успокойся. Никита представляет зал, в котором проходили соревнования. Он здесь тренируется. Под руководством своего тренера и отца Михаила Ильича. Спасибо. Второе место.
у Кулакова Артема из города Видное 295. Его сумма. И чемпионом Московской области 2015 года в САТРИ раз становится Сергей Валуев из города Подольска. Сумма 330. Также мы хотим наградить тренера, чемпиона весовой категории 56 кг. Мы ему не вручили грамоту. Тренер победителя категории 56. Василий Петрович Зубов, город Серпухов. Получите, пожалуйста, грамоту. Вчера мы смогли вручить. Пожалуйста. Можете да, встать. Ребята, с удовольствием с вами сыграть. Спасибо. И на этом еще не все. У нас осталось подвести командные итоги двухдневной борьбы. И в результате подсчета очков места распределились следующим образом. Третье место, сумма очков 161 у команды города Люберцы. Просто представителя. Второе место занимает дружная команда мужчин города Видное. 185 очков. Принесли ребята в копилку общую. И победителем чемпионата в командной борьбе с результатом 198 баллов занимает город Подольск. Как и в прошлом году. И позапрошлом. И позапрошлом. Фото на память.